Я сейчас могу подушку принести. Ты полежи, голубик. Сейчас Макс придет. Мы поднимемся в такие небеса. Мне что-то волнительно. Вдруг меня укачивать будет. Я в первый раз лечу на воздушном шаре. Не бойся, голубика. Мы полетим хорошо. И наверняка долетим до этой звезды. Как ты эти на рожках говоришь? Как эта звезда называется? Звезда удачи. Ах, да, точно. Голубика, эта звезда называется звезда удачи. Макс тоже залез в воздушный шар. Там перед входом, вот видите, на линолеуме лежит коврик, чтобы люди оставляли свою обувь здесь и входили в тапочках, чтобы не запачкать воздушный шар. И Макси, как и у нас в квартире, как всегда, любит лежать на коврике, где мы обычно ставим обувь. Самое грязное место. А там эта дверца в воздушный шар входит, прямо как в квартире. Вот такой у нас мини-воздушный шарик. Полетели? Полетели! Мы с единорожкой вылетели, где у нас дома стоят. Речка уже там не шуршит. И вот мы высоко и медленно на этом воздушном шаре поднимаемся наверх. Видите, как хорошо. На воздушном шаре простить. Уже небеса. Небо. Мы уже поднялись до самого неба. Дом уже не видно. Только с высоты чуть-чуть макушку. Ой, мы куда-то залетели, скрылись, и теперь наш дом совсем не видно. Ой-ой-ой-ой, я как-то это неспокойно. Что это за звуки воды? Мы пролетаем мимо речки. И вот звуки воды относятся снизу. Видишь, приятно. Кстати, они успокаивают. Да, мне чуть-чуть стало лучше. Но мы так высоко поднялись, что мне страшно. Ничего, я тебе сейчас подушечку дам, как я тебе и обещала. Вот, на тебе подушечку, я тебе сейчас ее подложу. Вот ложись на нее, тебе с ней будет удобней. Вот подушечка, вот ложись. Так, удобно? Хорошо тебе, голубичка? Так можешь лечь. Вот как хорошо с подушечкой. А это что там сзади? А это ремни. Это подушка для машины, чтобы в машине спать. И там еще ремни, чтобы подушка не упала во время тряски. А у нас ведь воздушный шар, он летит медленно, плавно, а подушка никуда не упадет. Конечно. Ой, хорошо. А, кстати, у нас же еще дудка есть. Давайте будем распевать, чтобы все видели, что мы на шарике летим. Давайте. Вот она у нас дудочка. Будем распевать. Давайте подойдем к бортику, чтобы было всем слышно, как мы поем. И раз. Смотрите, это мы на шарике летим. Ла-л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 а. Ты ведь вот так как-то играешь. Как ты играешь? Покажи ко мне. Сейчас сыграю. Ого, как весело! Ого, какая интересная штуковина. А это как называется? Это человеческая штуковина, да? Ну да, вы люди всегда такие. Все делаете, а нам котам не даете даже один раз дунуть. Вы люди такие. Но вы же коты не умеете. А что там уметь-то? Бац-бац, готово. Вот, дай мне подудеть. Ну вот, какая красивая мелодия. Очень красиво. Подписчики, если вы увидели, что в воздушном шаре есть окно, окошко, и там повешены шторы.
это там пакетик с нашими запасами и то, что ты мне там туда положили. Это голубика кашлянула. Слышали кашель? Это голубика кашляет так. Она чуть-чуть приболела. Там еще Максик прыгнул на свой. Там еще мини-стульчик такой есть. Получается. Ты попробуй так. Вот так попробуй. Так можешь? Ну-ка попробуй мне. Вот, сейчас я попробую, как у меня получится. А давай посмотрим реакцию Макса, как он посмотрит на твое дудение. Сейчас вот в рот засуни. Сейчас приготовься, возьми дудочку в руки и начнешь играть. А я пока буду поснимать Макса. Хорошо. Вот так.